Здравствуйте, уважаемые подписчики. Посмотрел я не так давно один видеоролик на YouTube, где довольно известный блогер Владимир, его псевдоним Digitop Mod, тестировал на запись кассету TDK SA, ну, примерно 1982 года. Кассета у него прописывалась не очень хорошо, по его словам. Вот я у себя обнаружил тоже аналогичную кассету, бэушную. Не могу сказать, что она в хорошем состоянии. Там лента такая, ну, не идеальная, но, по крайней мере, я тоже решил попробовать, как она будет записываться. И сделаем это вместе с вами. Записывать будем одну и ту же дорожку вот с такого компакт-диска. Здесь, в принципе, всего на этом компакт-диске одна песня. В трех разных вариациях, там инструменталка и два раза песня. И еще что интересно, здесь нарисована наша любимая кассетка. Для любителей аналогового звука, можно сказать. Ну, сначала мы попробуем Deco Akai GXR70. Она не имеет никакой калибровки под определенную кассету, просто калибруется под тип ленты как-то усредненно. Ну, попробуем записать на нее. Потом послушаем, как записалось. Сначала будем слышать источник. Заодно это можно будет потом сравнить с источником. Ну и потом я включу, как записалось. Так. We'll be right back.
Достаточно. Тоже мы видим, кассета записалась практически только одним правым каналом, и то качество звучания очень плохое. То есть кассета, похоже, деградировала. То, что не пишется другой канал, это вообще странно. В принципе, это может быть связано с тем, что неровность ленты. Ну, визуально лента не могу сказать, что в самом плохом состоянии. Бывает и похуже. В принципе, может быть, даже не есть. Даже интересно. Бывают кассеты в гораздо более худшем состоянии, но записываются нормально. Сейчас попробуем еще раз записать маленький кусочек. В принципе, нашел причину, из-за чего не писался один канал. Здесь небольшой кусочек, как бы шерстинки от подушечки, попал, ну, вышел из
как бы с краю ленты. Я его потом убрал, канал стал записывать. Но качество звука все равно. Как слышите, далеко это дело. Вот. Попробуем другую сторону записать ради интереса. Уровень звука в принципе не падает относительно входа, но такое ощущение, что долгое хранение ленты, может быть даже не в подобающих условиях, не способствовало сохранению ее качества. Звук не очень хороший, прямо скажем, мягко. Попробуем записать на другом магнитофоне, который тоже не имеет регулировки, но подстройки. Ну, в принципе, зато можно будет сразу проверить качество звука, поскольку здесь есть сквозной канал. Так, источник, кассета.
общем, понятно. В принципе, Виктор как бы еще не сильно радовал меня качеством записи на кассетах. В принципе, я доволен был только кассетой ТДК ARX. И он прописал, на мой взгляд, очень хорошо. Остальные кассеты как-то слабенько. Я, в принципе, не сильно много на нем записывал пока что. Ну, вот такой вот факт. Попробуем теперь эту же кассету записать на деке ТИК. Снова надо будет делать перекоммутацию. Делаем калибровочку. По уровню больше, чем надо. Уровень выставили. Теперь ток подмагничивания. Проверяем уровень. До подмагничивания нормально. Запускаем. Звук с ленты, он шумок идет такой приличный. Что можно сказать? В принципе, кассетная дека ТИК смогла прописать эту кассету не очень хорошую. Можно сказать, что со своей задачей она справилась. По крайней мере, гораздо лучше, чем любая из дек, которая была выше.
По крайней мере, выпадение сигнала не слышно было. Что радует. Ну что ж, давайте попробуем еще записать на одной кассетной деке на нашем пионерчике. Сбросим счетчик. Делаем сейчас калибровочку кассеты. Тип второй, все правильно определилось.
Вроде бы записалось неплохо, но все равно не оставляет ощущения грязноватость, такая вот прерывистость верхов, верхних частот. Твистик, по-моему, все-таки лучше прописывал кассету эту. Хотя я уверен, если бы кассета была новая, это... прописалось бы идеально. То есть все дело в том, что кассета просто много времени провела в ненадлежащих условиях хранения. Сейчас послушаем, как воспроизводит тик то, что записал пионер. Сказать, что головки совпадают. Сейчас просто посмотрим по уровню, не слушая звук, как головки совпадают ли на других магнитофонах. По части, ну и вернее даже индикатор, до скольки там будет уровень записи. Какая нормально, 0 децибел есть, даже чуть побольше превышения иногда. То есть можно считать, что здесь индикатор показывает уровень записи точно сигнала. Сейчас посмотрим, как это у Виктора.
Вот как я и ожидал, индикатор здесь тоже примерно на 3 дБ обманывает. Помимо ухудшения качества звука при записи, там еще индикатор не настроен. То есть по-хорошему этот магнитофон надо отстраивать, регулировать, и тогда он будет радовать качеством звука. Пока что он радует только красотой. То есть если мы на нем пишем кассету и делаем 0 дБ, на самом деле это уже где-то как плюс 3 дБ уровень сигнала. То есть может быть еще из-за этого качество звука не очень. Потому что в нем нет Dolby HX Pro, системы динамического подмагничивания. За счет этого высокие частоты здорово режутся при высоком уровне входного сигнала. Надо аккуратно быть с выставлением уровня записи. Спасибо за внимание.